Сегодня на стадионе имени Лосева в рамках первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» состоялась первая игра за третье место между юношами футбольного клуба «Муром» 2004 года рождения и их сверстниками из владимирского «Торпедо». Областное дерби порадовало болельщиков обилием голов. В итоге первая домашняя игра за бронзу завершилась уверенной победой муромской команды. Уже с первых минут наша команда завладела инициативой. К концу первого тайма счет на табло был 2-0 в пользу муромцев. В начале второй половины игры гости смогли отыграть один мяч. Больше гостям Муром сделать не позволил, а в дальнейшем еще и увеличил свое преимущество. В итоге встреча завершилась со счетом 4-1 в пользу муромских ребят. Судьба третьего места решится в ответной игре 26 октября во Владимире. Сегодняшняя игра сложилось нелегко. Команда соперника достаточно сильная команда. Соперник высокого уровня. По игре очень приятно то, что ребята все настроились, выложились, сыграли очень дружно, реализовали свои моменты. Моментов было достаточно много. Могли забить еще и больше. Один отмененный гол, который мы забили, незасчитанный судьей. И пропустили гол при нашем полном преимуществе во втором тайме, обидный гол, но забили еще гол, то есть здесь преимущество наше достаточно для второй игры, ответной. Будем готовиться и поедем во Владимир за победой.